После ссоры 11-летний Захари кован, вооруженный палкой. Вооруженный? Майкл, какое слово еще подходит? С палкой в руке? Держа палку в руке. С палкой в руке, да? С палкой в руке. С палкой в руке. Они милые, правда? Милая парочка. Да, очень. Алло, Вольтер. Он хоть понимает, что изуродовал своего одноклассника? Мой сын не уродовал вашего сына. Вот негодяй. Еще раз, как он ее обозвал? Овца. Да-да, овца. Овца! Да, я назвал ее овцой. Простите. Алло? Хватит, Алан. Перестань болтать по мобильнику. Будь с нами здесь и сейчас. Жертва и преступник не одно и то же. Я рада, что наш сын надрал задницу вашему. И плевать я хотела на ваши права человека. Вау! Я верю в бога резни. Его законы действуют с незапамятных времен. Да я просто не выношу все эти нюни. У меня очень вспыльчивый характер. Алан, сделай что-нибудь. Алан, сделай что-нибудь. О, заткнись. Да плевать я хотел. Знаете, что ты делаешь? Черт! О, боже. Так держать. Вот что я думаю, Майкл. Сейчас меня опять стошнит. Это какой-то кошмар. Ему надо быть поосторожнее, я уже на грани. Что мы вообще здесь делаем? Ты издеваешься?